привет! Сегодня очень маленький обзор, в районе 3 минут, чудеснейшей машины. Сейчас, я думаю, вы поймете все сами. Итак, вот это 21-я Волга, 60-го года выпуска, в полном оригинальном состоянии. Это просто слов нету. Машина стоит очень давно уже. Здесь под чехлом ее необходимо обязательно вывести на улицу, чтобы она проветрилась чуть-чуть. Вот такая вот сладенькая машинка. Чуть-чуть пройдусь ей здесь. Покажу вам цвет ее просто пипец какой пипец. Такие вот зеркала. Вот такие вот ключики с таким же оригинальным чехлом, который был у хозяина. Вот, хозяин просто молодец, сохранил эту крошку. Вот я вам покажу, потому что очень неудобно здесь ходить. Вот такая вот кофейная машиночка. Все остальное чуть позже. Сейчас хочу просто проветрить, чтобы... А, так, это у нас не тот ключик. Это у нас тот ключик. Ебаться, сраться, вот эти звуки. Итак, запах пошел просто охрененный, блядь. Охрененный. Как бы нам вспышечку включить. Вот тут вот все валяется. Новая запасочка. В принципе, и машина-то новая практически без пробега. Все, куча тут разбираться всего, ключиков оригинальных, ничего не смотрел. Вот такой вот шилдичек. Смотрите, цвет как называется. Синтетический, кофейный. Это ж просто, блядь. Ну, кто любит кофе, я думаю, без этой машины жить не сможет. Вот. Вот. Так, и чуть-чуть я покажу буквально мелком салон. Так, ключик. А, это ж ключик, блядь, у нас от зажигания. Вот такая вот штучка сейчас выйдет. Ти-дин. Блядь, такое ощущение, что она сама выехала. Это, наверное, живая машина. Резиночки поприлипали. Это нормальное явление. И вот она. Машина. Огромная история, ребята. Сиденье ничего не чистило изнутри. Вот как она стояла сколько лет, так она стоит, только сверху почистилась. Спасибо большое хозяину, которого уже нету в живых, за то, что он сохранил так эту машину. Вот такая вот конфетка. Вот, ну все остальное чуть позже, когда мы повезем эту куколку проходить сервис, сервисное обслуживание на современном СТО. Всем пока, следите. Я думаю, будет очень-очень интересно. Повторюсь, машина с оригинальным пробегом, с очень маленьким пробегом. 100% все оригинальное. От краски до всего. Так что всем пока. До встречи.